Производители Башкортостана смогут продать в интервенционный фонд не более 150 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. Ранее в правительстве России анонсировали проведение зерновой интервенции в начале 2018 года. В региональном аграрном ведомстве надеются, что цена за тонну зерна при государственной закупке составит от 7 до 8 тысяч рублей. Рыночная стоимость, по данным Российского зернового союза, на 3 ноября составляла от 5700 рублей до 6800 рублей за тонну в зависимости от класса. В этом году в России собран рекордный урожай зерновых – более 130 миллионов тонн, 4 из которых – в Башкортостане. Напомню, государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен. Это дает аграриям возможность избежать убытка.